Возвращаемся к теме паводков. Сильнейший паводок в Курганской области затронул 37 населенных пунктов. Жители просят срочно эвакуироваться. Из зон подтопления вывезли 3000 человек. В четверг уровень воды в реке Тобол превысил 10 метров. Это рекорд за последние 30 лет. В субботу вода стала уходить, но эксперты предупреждают, пик паводков еще впереди. Он может наступить в ближайшие дни. Сложная ситуация сложилась и в соседней Тюменской области. Вода в реке Ишим продолжает подниматься. Идет эвакуация населения. В ряде районов ограничена подача электроэнергии.